Вот он. Пробуем. Сейчас, секунду. Пробуем. Опа. А, get order с. Мимо клавиши промахнулся. О! Ну, сложно разобраться, чего там и как. Но пришло. То есть у нас уже два варианта. Либо пришло, либо не пришло, да? Ну, можно посмотреть, пожалуйста, да, смотрите. Обратите внимание на массив, да, еще раз. Это наш главный массив, да? В нем это заказ. Заказ 0, 1, 2, 3. Правильно? Заказ. В заказе персональный, массив персональных данных, правильно, да? Плюс массив товаров. Каждый из которых товар представляет в свою очередь массив. Вот такой. Раз, два, три, четыре. На самом деле получился вообще четырехмерный массив. О, куда мы забрались. Зато все одним махом. Четыре побивахом. Все. Удостоверились, принтер мне больше не нужен. Удостоверились, что все есть. И пробуем вывести. Попробуйте, пожалуйста, это сделать сами. Для начала. Значит, сразу могу сказать, подсказка, друзья мои. Подсказка. Обратите внимание. Вот эта часть, номер 2, скажем так, задание номер 2, его можно разбить условно на А и Б. Вот эта Б часть, обратите внимание, это вот эта часть Б, заполняя товар, это на 99% тот код, который выводится в корзины, в файле basket. Копипаст один в один. Куда делся процент? В баскете есть ячейка удалить колоночка. Здесь этой колоночки удалить нет. То есть копии тот прямо код из баскета сюда, убираем последний ТР. Все. Это Б. Ну, первое вывести. Понимаете, нам нужно два форыча, да? Первым форычем бегаем по заказу. Первый заказ, второй заказ, третий заказ, четвертый заказ. Правильно? Выбрали заказ, бам-бам-бам-бам. Второй форыч, бегаем, что? По товару. Внутри этого форыча. Согласны? Если последовательность действий непонятна, то не туда попал. Страничке. 135-й, посмотрите задание 2. Там, так сказать, обрисована основная идея. Идея. Ну что, идет? Идет. Хорошо. 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 Здесь главное, где правильно открыть и закрыть все, что нужно.